spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная серия бюджетных безнарационных катушек, производителем которой является украинская компания «Флагман». В настоящее время в линейку Big Fish входит всего одна единственная модель. Ее размер составляет 8 тысяч, вес равен 758 граммов, а сравнительно низкое передаточное число составляет 4-5 к 1. Давайте поближе рассмотрим этот интересный экземпляр. Big Fish имеет классический дизайн и выполнена в черном матовом цвете. Название переводится как «большая рыба», что говорит о предназначении катушки. Трофейная рыбалка, в частности, ловля сама. Корпус и ротор сделаны из современного пластика, который с одной стороны позволяет хотя бы немного облегчить конструкцию, а с другой сохранить достаточно высокую надежность и жесткость. С целью обеспечить плавный ход и ровную укладку шнура применяется компьютерная балансировка ротора. Оснащается 4 подшипниками, из них 3 штуки шарикового типа и 1 роликовый. За один полный оборот ручки выматывается 98 см лески. Во избежание случайной прокрутки в обратном направлении реализована система мгновенного антиреверса. Перфорированная шпуля изготавливается из алюминия и отличается увеличенной лесоемкостью. Она способна вместить до 220 метров монофила диаметром 0,45 мм. Для фиксации шнура предусмотрена небольшая металлическая клипса. Отметим и ролик лесоукладывателя. Он выполнен со сверхтвердым напылением, а его профиль снижает риск перекручивания лески. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение. В нижней части корпуса мы видим флажок переключения реверса. В зависимости от его положения, ротор вращается либо исключительно в режиме намотки, либо в обоих направлениях. Рукоять выполнена из алюминия и оснащена крупным Т-образным прорезиненным кнобом. При транспортировке рекомендуем ее складывать, прижав к корпусу. Для этого необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. С его же помощью можно из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. Комплектацией предусмотрено наличие матерчатого чехла, горловина которого утягивается с помощью шнурка. В нем ваша катушка будет храниться в перерывах между рыбалками. Ну а теперь давайте разберем флагман Big Fish и посмотрим, как она устроена. Внутри установлен мощный и надежный механизм планетарного типа. Он рассчитан на работу с тяжелыми приманками и вываживание крупной рыбы. Однако старайтесь не допускать падений катушки в воду или на твердой поверхности, а также защищайте от песка и грязи. И, конечно, рекомендуется производить регулярное ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.